написано, что человеку дана в помощь святая душа. Так если святая душа — это помощь, а не цель, то в чем же тогда цель, что Творец хочет дать человеку, если он ему как помощь дает святую душу? Замечательный вопрос. Красивый вопрос. Святая душа — это действительно то, что мы хотим получить, чтобы у нас это было вместо нашего желания получать, желание отдавать ради отдачи, любовь, ну и так далее. Что все это называется святой душой. Так. Так а в чем цель? Какова цель? А цель — приобрести эту святую душу.